Новый проект представил Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана. Цель – упрощения процесса обращения в данную структуру со стороны граждан. На мероприятии, посвященном презентации проекта, заместитель главы Госкомитета организовал онлайн-прием, на котором жители Баку и регионов смогли получить ответы на интересующие их вопросы. Рафик Джалилов подробно рассказал о работе новой системы, а также пообщался с коллегами в режиме онлайн. Подключение к системе электронного правительства являлось одной из основных задач, стоящих за последнее время перед Госкомитетом. Мы достигли очень больших успехов в этом направлении. Отмечу, что в 2016 году нами был создан онлайн-портал приватизации, с помощью которого граждане могут получить всю необходимую им информацию. Число посещений сайта уже превысило 2,5 миллионов.